О разливе нефти по причине порыва нефтепровода на месторождении Мамонтовского нефтегазодобывающего управления мы рассказывали на прошлой неделе. Кстати, этот сюжет пошел по программе «Сегодня» независимого телевидения. О том, как ликвидируются последствия аварии, рассказывает Лина Левина. Известно, что авария на Мамонтовском месторождении прогремела на всю страну. И даже сообщения о порыве нефтепровода близ реки Большой Балык прошли в Канаде. На сегодняшний день порыв локализован. Нефтяное озеро засыпано песком по краям и уже разрезается на несколько ячеек, чтобы обезопасить почву и реки в период зимне-весеннего паводка. Как сообщили нам в департаменте по добыче акционерного общества «Юганскнефтегаз», с района порыва вывезено более 25 тысяч кубометров грунта. Ежедневно задействуются 250 человек как на рельефе, так и по руслу реки. Сегодня нефтяники подводят первые итоги. Около 12 тысяч тонн нефти вылилось на рельеф. Задача по ликвидации аварии усложняется тем, что у акционерного общества нет нефтесборщиков, которые бы собирали нефть в морозное время года. Есть специальное оборудование, но пользоваться им можно только при температуре выше 0 градусов. Причина в том, что в нефтяной компании «ЮКОС» до сих пор не принят валютный бизнес-план, по которому и планировалось закупить такую нужную заграничную технику. Еще одна проблема – финансово-экологическая. За аварии, порывы, выжигания нефтяники платят бешеные штрафы. Однако эти деньги уходят в Федеральную экологическую службу и никоим образом сюда на места не возвращаются. Так что нефтяники платят дважды. Только в 1995 году в акционерном обществе «Юганскнефтегаз» на закупку оборудования для нефтесборки было потрачено около 3 миллионов долларов. Служба новостей «Интелкома» будет своевременно информировать вас, уважаемые телезрители, о последних событиях на месте аварии.